В большинстве случаев прекрасно можно обойтись и без графического планшета, только мышкой, поскольку есть большое количество удобных вещей в меню, которое здесь нарисовано, вплоть до того, что появились объекты, которые могут двигаться. Недавно был Хэллоуин. Это обычный аниматрон, а это аниматрон дьявольского типа. И все эти объекты могут, анимированные, могут перемещаться. Есть в библиотеке векторных фигур. Позволяют создавать хорошую инфографику, скажем. Животные.